Сегодня в Харькове проходит чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа. Федерации пауэрлифтинга Украины РАФ 100%. Для Харькова это заключительный старт. На этот турнир приехали сильнейшие спортсмены со всей Украины для того, чтобы красиво закончить год и уже в следующем году вступить в бой с новыми силами и показать новые результаты. На следующий год наша федерация планирует 6 стартов в Харькове. Также будут проходить чемпионаты в Полтавской, Киевской, Одесской областях, Николаевской области. Старт в Харькове первый пройдет 1 марта. Это будет чемпионат по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму. Приглашаем всех желающих принять участие, а также зрителей и спонсоров. В преддверии Нового года хотелось бы пожелать всем спортсменам спортивного долголетия, отсутствия травм и прогресса. Своим выступлением на соревнованиях не всем доволен. Хотел выйти на более другой результат. Ну, так сложилось, как сложилось. На соревнованиях у Петра принимаю часто, стараюсь выступать регулярно. Хорошая организация, все нравится. С каждым разом кто-то старается сделать все лучше, организацию и другие моменты. Мы рады приветствовать всех на ежегодном чемпионате Украины Федерации РОУ 100%. Сегодня на помосте представлены в многих категориях представлены сильнейшие спортсмены, уже установлен ряд рекордов, еще ожидается достаточно большое количество рекордов. Как всегда, наши соревнования посетили очень сильные спортсмены. Также есть начинающие, юниоры и ветераны, которые не перестают нас радовать. Мы предоставляем возможность спортсменам выступать на соревнованиях высокого уровня. Если нужна помощь в организации переездов, либо проживания спортсменов из других областей, других городов, также способствуем этого. Заботимся о всех и стараемся, чтобы в судейском плане не было ни малейших вопросов. Вот и подходит к завершению уже третий наш совместный чемпионат по пауэрлифтингу совместно с РАФ 100 здесь на базе фитнес-центра «Кинг». Здесь это уже завершающий в этом году, наверное, все следующие уже в следующем году проведем. Постарались максимально комфортные условия создать, как и для спортсменов, так и для зрителей, и для посетителей тоже. Хочу заметить, было очень много технических моментов, которые я записал даже для использования как наглядные примеры для тренировок будущих спортсменов и для будущих соревнований. Большое спасибо участникам, которые приехали из других городов. Приезжайте в будущем году, постараемся организовать не хуже, чем сейчас. Всех ждем, всем здоровья, успехов, ну и, наверное, с наступающим уже